Неспешно просыпаемся и начинаем утреннюю разминку. Сегодня уделим внимание шее. Виктория, упражнение называется полурамка. Это как-то вот так? Не спешите, сейчас все узнают. Сядьте. Возьмите себя рукой за правое плечо. Потяните его на себя. При этом наша задача подбородком надавить на правое плечо. Задержимся в этом положении на 5-7 секунд. Затем расслабляемся. Повторяем то же самое на противоположную сторону. И выполняем это упражнение 5-7 раз. Выполняем медленно и плавно. Как сильно нужно тянуться подбородком к плечу? Наша задача тянуться до тех пор, пока вы не почувствуете с обратной стороны хорошее ощущение растяжения. А как долго следует задерживаться в данном положении? В начале выполнения упражнения вы будете ощущать легкий дискомфорт. В среднем через 5-7 секунд наступает момент расслабления. Это минимальное количество, которое стоит провести в этом упражнении. Если выполнять это упражнение правильно, вы должны почувствовать приятное ощущение. Вот сначала был легкий дискомфорт, а потом прекрасно.